Неужели мы нашли вход в легендарный бункер? Я никак не мог в это поверить. Но сколько человек отдали свои жизни, чтобы мы получили доступ к последним ракетам? Стоило ли это их жизней? Thank you.
Ага, вот он. Надеюсь, он еще работает. Раз-раз. Народы метро, мы ждали вашего появления. Мы те, кого вы зовете невидимыми наблюдателями. Вы приступили запретную черту, и теперь познаете наш гнев и... Бурман, хорош дурачиться. Товарищ полковник, я починил громкую связь. Отсюда, оказывается, можно лифтом управлять. Включаю. Поехали. Невидимые наблюдатели. Да как можно в них верить после того, как этот шут так загадил поляну? Удачи вам, мужики! Будем за вас болеть! Мы опускались в самое чрево древней цитадели, и меня било зноб. Мы были в шаге от обладания мощнейшим из оставшихся на земле оружий. Имели ли мы право воспользоваться им? Товарищ полковник, вам сейчас надо в реакторный зал попасть. Главный реактор стоит прямо по центру, рядом с пультовой. Спуститесь на лифте до первого этажа, а там по лестнице наверх. Найдите главный пульт, дальше я все объясню. Господи Иисусе, какого... А теперь-то что? Володя, видел бы ты это. Артем, теперь держись. Артем, гранаты оставим тут. Рядом с реактором их использовать все равно нельзя. Эта мерзость на полу наверняка ядовитая. А тут еще и газ. Нас так надолго не хватит. Thank you.
Лечится, без дураков. Оно опаснее, чем кажется. Странно говорить, но мне жутко. Я думаю, мы сейчас на пороге ада. И встречает нас лично сатана. Артём, давай ко мне. Где ж у него кнопка? Ага. Получилось. Слышишь? У нас получилось. Кто бы сомневался. Товарищ полковник, там все автоматизировано. Просто вводите команды. Легко сказать. Ну что за бардак? Так, ладно. Запуск реактора. 1, 2, 3, 4. Вроде ничего сложного. Построено для дураков. Вот сейчас и проверим. Товарищ полковник, мощность на четверть, а надо на полную. Чертям свинячим. Лучше у нас уже все равно не получится. Давай. Что за дьявольщина? Эта дрянь еще и сопротивляется. Да что за ересь? Проклятие! Система ручной активации, гидравлика. А, черт. Артём, теперь задание на миллион. Видишь там кран под потолком? Забирайся в кабину. Это резервная система активации. Там есть захваты и манипуляторы. С ней мы сможем поднять стержни. Следуй туда, и я отвлеку эту тварь. Ну, сейчас или никогда. Достигнута контактная зона. Достигнута контактная зона. Достигнута контактная.
заблокирован. Достигнута контактная зона. Внимание! Извлечение стержня. Есть половина мощности! Достигнута контактная зона. Внимание! Извлечение стержня. Три четверти! Ну, киска, ну еще капельку! Достигнута контактная зона. Внимание! Извлечение стержня. Сто процентов! Сейчас, ребята, минуту! Артём, тут люк! Давай сюда! Движение заблокировано. Но неладно. Лифта мы прощелкали. Слава советам, раньше всего строили с запасом. Тут есть еще один. Пошли сюда. Вернемся позже и закончим это дело. Сначала давай разберемся с твоими черными. Поднимет. У нас тут все под контролем, пока вроде все пашет. Возвращайтесь в точку старта. Ульман ждет вас там с подарочком. Ты только оглядись, Артём. Это же наше наследие и наше будущее. Невозможно представить себе, какую власть дает своему хозяину это место. Какую силищу. Мы сможем огнем и мечом отвоевать свое место под солнцем. Снова стать повелителями земли. Мы перестанем жить и дохнуть в подземельях, как крысы. Будем строить дома до небес. А в метро спускаться только, чтобы домчаться от одного конца города до другого. Слово «человек» будет снова звучать гордо. Мы
отвоюем наш мир огнем и мечом», — Мельник произнес эти слова. Но я будто бы уже слышал их от Хантера. «Огнем и мечом». Но разве не так мы однажды уничтожили тот прекрасный мир? И вот огонь был в моих руках. А вон и Ульф. Скажите, товарищ полковник, а кто сильнее, вы или Супермен? Гори в аду со своими шуточками. Видел бы ты создание, которое живет там, внизу. Ну ладно. План действий таков. Мы с Артемом выдвигаемся в Останкино. Попытаемся забраться на башню. Дадим вам координаты и будем корректировать огонь. Ты останешься здесь, прикроешь Володю. И попробуй достучаться до наших, чтобы прислали подкрепление к башне. Ну, храни вас, кого вы там видите. Артем, бери систему наведения. Полагаюсь я только на себя и на вас. Всем остальным плевать и на нас, и на то, что мы тут человечество опять спасаем. Сойдя с поезда, мы с Мельником выбрались на поверхность у концертного зала имени Королёва. Теперь мы были совсем рядом с Останкинской телебашней. Именно тут и завязалась та битва, с которой я начал свой рассказ. Спокойно. Спину перекиньте. Здесь я полно придется пожестче, чем в Лекадине. Теперь справа! Давайте ко мне! Сюда!
Давай скорее сюда. Сюда. Давай, 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 вперед! Нам нужно убираться отсюда. Будь они прокляты. Десантируемся. Артём, еще не все! Вернись на место! За мной, Артём! Я останавливаюсь не на секунду! Слева! Они слева! Теперь справа! Давайте ко мне! Сюда! Давай, 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 вперед! Нам нужно убираться отсюда. Будь они прокляты. Десантируемся. Прямо наверх. Мы теперь словно парили над этим миром. Он весь был у меня на ладони.
и будто бы его судьба зависела от меня. И я сделаю все, что от меня зависит. Я установлю систему наведения. Так я думал. Но человек предполагает, а располагает кто-то другой. Держись покрепче, будет трясти. Эй, Артём, с тобой все в порядке? Фантастика! Ульман, как слышите? Мы на базе. Цель скрыта за облаками. Мы поднимаемся, прием. Ладно, Артём. Нам теперь нужно тебя каким-то образом сюда поднять. Демоны! Прячься!
зоне контакта. Артём, сигнал отличный. Продержись еще минуту, и мы их накроем. Позволим ему.
Захват цели завершен. Артем, вылетело! Принимайте посылочку! Какой-то мудрец сказал: тот, кто воюет из любви к своим близким, повергнет врагов своих. Я вступил в эту войну ради моих родных и ради моих друзей. Я защищал свой единственный дом, метро. И мы победили. Что-то я не удивлен.